Toen ik 5 jaar geleden naar Moskou verhuisde, had ik geen idee waar ik aan begon. Natuurlijk kende ik het Rode Plein wel, maar daar hield het wel mee op. Moskou is niet een stad waar je onmiddellijk op verliefd wordt. Pas terug in Nederland besef ik hoeveel ik de stad mis en de verhalen die ik heb gemaakt en de mensen die hier wonen. Toen ik nog maar net in Moskou woonde, had ik nog heel weinig geld. Dus ik huurde een heel goedkoop appartementje in een buitenwijk van Moskou. En ik zat in een typische 12-verdiepingen flat. Zoals je er in heel Moskou en heel Rusland ook nog heel veel van hebt. En het viel mij op hoe uniform en vormeloos al die gebouwen zijn neergezet. Je hebt maar 5 of 6 types Sovjetgebouwen waar bijna heel Rusland in woont. En ik heb me altijd afgevraagd, wie heeft mijn flat daar nou neergezet? En waarom vooral? Да, я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, о чем речь. И фотографии, эти самые, статья у меня на тему этой застройки. В 72-м году мы сделали вот такой проект. Вот. Такую застройку вот всей этой Нагатинской набережной. 4 километра. Потом они из них удалось построить только вот эти 3. Это видно, когда я в метро, да, через мост, да? Да, через мост. Ну вот это наша, застройка, над которой я билась много лет. Угу. Вот наконец вот так они ее построили. Угу. Вот только вот эту часть. С 10 до 22 этажей. Вот, пожалуйста, вот эти ступенчатые дома, ступеньками, это вот наша застройка. Это все, значит, после 60-го года все это выросло. А, например, где я жил, вот этот район? Ну, этот район, этот для меня, ну, как история. Там еще я построила кинотеатр. Сейчас его превратили, бог знает во что. Там, кстати, тоже мои проекты. Вот эти вот 3 кирпичных вначале. Это ваши, да? Это мои, да. А 3 высоких – это уже типовые более поздних лет. А когда вы… Это 22-этажные дома. А о чем вы думаете, когда вы смотрите из окна, и вы видите свои проекты? Мне очень нравится. Я гордилась, что что-то удалось сделать. Но после 2000 года, по-моему, начиная… С 2004-го, что ли, да. Там поставили так неудачно, всунули дома и так ее испортили, что для меня теперь это, наоборот, самое большое огорчение, когда я смотрю туда. Поэтому я стараюсь смотреть, видеть только ту часть, где не испортили. Но вот этот хвост, вот видите, ступенчатый хвостик, да. тогда же спроектировали в этой же мастерской. Вроде как, так сказать, подстроились, но что же этот они? Ну, я просто в жутком этом самом. Ну, совершенно вот без головы. А вам не жалко, что были так мало видов здания, что было так мало как фантазии, когда они построили, как все похоже, как этот фильм «Ирония судьбы». Ну, конечно, жалко. Это основная наша беда. Что нам не из чего было строить. Мы, как архитекторы, совершенно не могли себя показать на этом деле. Потому что, ну, планировка, а когда все видят в разных районах одно и то же, так это же ужасно. Een van de populairste films in Rusland gaat over een man die stom dronken op oudejaarsavond op een vliegtuig naar Petersburg stapt. Eenmaal daar aangekomen geeft hij aan de taxichauffeur zijn Moskouse adres. De chauffeur brengt hem naar de straat in Petersburg met dezelfde naam, de derde bouwvakkersstraat. Natuurlijk is zijn huis hetzelfde, met hetzelfde uitzicht op alle andere anonieme en eendere flats. Elk jaar met oudejaarsavond wordt deze film vertoond. De film heet De Ironie van het Lot.
Elke Rus is er gek van, wetende dat zij het ook zelf hadden kunnen zijn. Pas in Rusland begreep ik hoe een troosteloze omgeving je gesteldheid kan beïnvloeden. P44 называется эта серия. Это все 44, да? Да, 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 да. Вот это все. А эта серия называется Копе. А из этих домов какое вам нравится больше всех? Из всех этих? Ну что тут особенно нравится? Вы когда-нибудь шутили о своей работе? Ну после работы? Шутили? Ну как? Конечно. Да? Да, мы шутили на протяжении 40 лет в сатирических коллективах Кохинор и Решенко. Угу. Мы пели обо всех недостатках наших, о глупостях всяких, которые... С коллегами, были. Да? Ну да. Угу. Да, писали тексты, брали про эти популярные мелодии. Качество, качество катится, катится и упирается в трудовой народ. Если за качество денег не платится, качество катится задом наперед. Если унитаз у вас качается, это ваша личная беда. А у нас не очень получаются целые большие города. Зодчий на мелочи тратится, тратится, бьется за качество типовых окон. Зодчество, зодчество пятится, пятится и упирается в железобетон. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, в общем, это примерно так. Все вспомните, все вспомните. Нет, конец я не помню. Ну ладно, счастливо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Удачи. Спасибо, счастливо, до свидания. Ontzettend lastig geweest zijn in de communistische tijd om kunstenaar te zijn. Je maakte oftewel dingen die je zelf niet leuk vond, of je maakte dingen die je wel leuk vond, maar die verder niet werden vertoond of gepubliceerd. Daarom vind ik dit standbeeld zo bijzonder. Op het eerste gezicht zie je eigenlijk niks bijzonders aan het beeld. Je hebt er honderden van in heel Rusland. Maar als je van de zijkant het standbeeld bekijkt, dan zie je dat de beeldhouder een klein grapje in heeft verwerkt. Ik zeg wel een grapje, maar dat had hem wel gewoon 10 jaar in de gulag kunnen kosten. En ik vind het ontzettend moedig dat zo'n man dat erin heeft gedaan. Moskou telt net zoveel inwoners als Nederland en is zo groot als de provincie Flevoland. En de hele stad staat vast, dus een flink deel van mijn leven speelde zich af in de metro van Moskou. De metro vervoert elke dag meer passagiers dan Londen en New York bij elkaar. Het is een militair object. Alleen een militaire organisatie kan ervoor zorgen dat er elke halve minuut een nieuwe metro aankomt rijden. Wie Moskou wilt begrijpen, moet in de metro gaan zitten. De hele bevolking kom je er tegen. Van miljonairs die niet meer in de file willen staan, tot de beenloze Tsjetsjenië-veteranen die op plankjes door de metro rollen en hun inkomen bij elkaar bedelen. De verkoopsters die hun werkende leven doorbrengen in een winkel van 2 vierkante meter. De fantastische muzikanten
De eindeloze stroom forensen. De geur en het lawaai. Als ik verdrietig was of zonder inspiratie zat, nam ik altijd de metro. Het geeft je het gevoel dat je onderweg ergens naartoe bent. Al ben je nergens naar op weg. Onlangs stapte in de ochtendspits, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, een hond in de metro. Niemand keek ervan op, de hond trouwens ook niet. Toen metrostation Maxiskaya naderde, keek hij naar buiten, constateerde dat de juiste halte was, stapte uit en nam resoluut de rechteruitgang. Ik hoorde dat sommigen zelfs buiten Moskou wonen en 's ochtends de stoptrein nemen als echte forensen. Вот, она хотела пройти, но... И, соответственно, получается, что поведение собак зависит вот от этих людей, которые здесь вот, собственно, с ними общаются. Понимаете, могут быть злые, так, все зависит от людей, побольше. То есть мы их настраиваем. Вот посмотрите, вот собака спокойно спит в разгар, можно сказать, ну, час пик практически. Это очень для них тяжело. Вот. И в данном случае она спокойно реагирует. А шум какой? А количество людей? То есть это вот сюда нужно такое ввести понятие, как стрессоустойчивость. Сколько именно... есть собак вообще, бездомных собак в Москве? Ну, приблизительно, в зависимости от кормежки, в зависимости от того, как закручивают гайки, скажем, правительство и все остальное, где-то от 15 до 30. Колеблются по сезонам, сами понимаете, по годам и все. Ну, вон он, посмотрите, как ребята вот, замечательно просто общаются. Они не агрессивные, они это... Что характерно вот этой станции, чем интересно? Тем, что здесь метро глубокого залегания. В основном псы, конечно, легче впускаться в метро. Это по... где нет эскалаторов, где можно просто, скажем так, легче по ступеньке. Просто мы снимаем собачек. Вот. Много их здесь вот у вас? Ну, три штуки здесь вот водятся. Там они, я смотрю, здесь много ночуют, их много очень здесь, вот, количество. То есть они вот в метро заходят ведь иногда. Да, они ну, спускаются, я видел один раз. Да, они это здесь, говорится, вот около этих родов, они там. Да, то есть фактически вот они не агрессивные совершенно, потому что мы хотим развеять миф о том, что агрессивные. Вот они вот идут и, может быть, прогоняют только, скажем, чужаков, да? Да? Или когда люди с собаками идут, они вот к ним. Да, да, а да. На людей, на детей ничего нет? Нет, нет, нет. Они не бросаются ничего. Да. А еда вот как с едой у них? А им приносят сюда, говорится. Бывает, нет, ну они, у них, они же по дворам тоже ходят где-то. Они гуляют только вот вокруг. Вот здесь, да? Да. А вы иногда отдаете еда? Ну, вот собакам, да? Да, да, да. А почему? А? Почему? Жалко. Жалко, да? Целиком должно удовлетворять некоторым правилам. Например, они должны быть не очень большие и не очень маленькие. Ага, ага. Вот. И в зависимости от того же климата, например, то есть если холодные зимы, то они становятся пожирнее. То есть, чтобы переносить вот все это дело. Хоть метро их и обогревает все это, то есть, но стараются есть побольше, меньше двигаются, как ни странно. Вот. Ну, что сказать. Когда вот теплые зимы были, конечно, их было больше. Да. Но я хочу сказать, что вот это вот стечение обстоятельств, то есть вот представьте себе, просто проникнуть, сколько препятствий. Человек-то там, особенно под шофе, если это, не может это преодолеть. А собаки преодолевают. Я просто несколько раз видел, как они под турникетами вот так проходят. Или вот, скажем, здесь вот. Ага. И самое интересное, что крицы, они знают определенные моменты, когда не бывает. Они распознают блюстителей порядка. Ага. То есть они на всякий случай их не раздражают, стараются при них не проходить. Ага. Вот. Ага. И двери преодолевают очень осторожно. То есть они тоже очень хорошо просчитывают людей, кто может придержать дверь, нет. Потом процесс такой, что они сначала смотрят,
если человек там встречается как-то взглядом, вот все это, и начинает придерживать дверь, то он какое-то время подождет и потом уже проходит. Второй кордон, вы видите, блюстители порядка там все тоже. То есть тоже должно быть пропуститель со стороны властей. Не так-то просто. И потом покидает это. Перемещаться они могут и для еды, для, может быть, какой-то ночевки, может быть. Может быть, какие-то еще там любовные похождения, это я не берусь судить, но, скорее всего, и это тоже реально. И вот эти вот передвижения, они больше начинают вот как с весной, скажем так, вот все это. Охота к перемене мест, как называется. Они не боятся ездить, они не боятся ориентироваться, они прекрасно ориентируются по шумам, по звукам, по запахам даже. То есть весь комплекс программ вот этих вот получается. Конкурентов у них здесь практически нет. Крысы более подъемные, то есть кошки сюда не заходят. Ну, они босс, да. Они главные. Люди относятся лояльно, самое главное, что можно сейчас. Многие даже радуются все это дело. Поэтому вот для них и возможность. Но надо сказать, что таких собак насчитывалось. Вот за несколько лет буквально постоянно ездишь, где-то от 15 до 30 штук всего. То есть это очень маленький процент, но они есть, и они дают потомство, самое главное. Собаки, которые едут на метро, это как элита. Ну, это самые большие хитрецы. То есть это, я вот их называю, это вот скрытый генофонд. То есть вот это вот. То есть социально наиболее адаптированные собаки просто к условиям города, особенно большого мегаполиса, особенно к проявлениям человеческого всякого вот механистического гения. То есть они используются тем, что человек создал. То есть троллейбусы, автобусы, в данном случае сейчас они метро. Они только метро, да? Нет, нет, нет. Начиналось это все с электричек, как вы понимаете. Ага. То есть на электропоездах. А потом, конечно, сюда включился наземный транспорт. Троллейбусы, автобусы всякие вот это. И уже, как говорится, вершина – это вот здесь вот. Ну, насчет собак, которые летают там на самолетах, я еще не слышал, конечно. К любому не подойдут. Они подойдут только к тому, кто вот добрый. Они его чувствуют каким-то образом. И попросить что-нибудь вкусное. Скорее всего, это, как ни странно, я заметил, женщина где-то от 40 лет. Вот, то есть. Да. Значит, что получается? Вот это вот единственный псы, наевшись, когда все это, он потом залазит вот сюда, садится и сворачивается. А люди, которые здесь вот постоянно ездят и все, они не мешают и не прогоняют. Даже инвалиды и остальные, просто собак в первую очередь только разрешает. Вот. Единственное, конечно, 1 на 10 может кто-то сморщится, а так вот все очень благожелательно все. И собаки так и нагревают места, даже потом после них приятно посидеть. Сами понимаете, вот. Ну, скажем так, что они не растягиваются на сиденьях, что вот интересно, а ложатся довольно компактно. Вот. Если они пытаются вытянуться, они слезают и ложатся прямо посреди перехода. И народ их спокойно обходит и спокойно им не мешает доехать до их нужного маршрута. Так что вот в этом отношении ребята лояльны. Thank you.
Rusland is misschien geen makkelijk land voor journalisten. Maar het is ook een paradijs voor journalisten. Je hoeft niet op zoek te gaan naar een verhaal. Je komt ze gewoon tegen. Toen ik op een gegeven moment in het centrum woonde, stond er 2 keer per week een lange rij voor de kerk bij mij om de hoek. Ik liep er een keer op een zomerdag naar binnen. Wat ik mij nog het meest kan herinneren, was de muur van stank waar ik bij binnenkomst tegenaan liep. Het bleek een plek te zijn waar eten werd uitgedeeld aan daklozen. Тебя кормить? Нет. Не корми. Как вас зовут? Борис. Ела, очень приятно. Спасибо, что мы можем снимать здесь. Леша, а что вот это? Зачем их тоже занесли? Спасибо, сюда, вот сюда. Вам больше, Евгений, вам лучше отойти. А, да? Да, хорошо. Человек будет сегодня? Я не знаю, но около 500 обычно бывает у нас в последнее время. Да, вот всю эту зиму было очень много народу. То ли кризис, то ли что. Больше, чем год назад? Больше. Да? Больше. И значительно больше, чем было 5-7 лет назад. Значительно больше. Потому что когда было 400 человек, это было уже катастрофа. А сейчас 500 с лишним. Ну, хватает здесь еда? Или бывает, что люди просто... Нет, чтобы еды не хватило, такого не было. Чтобы еды не хватило, такого не было. Благодаря за дрели. Дрель. Moskou is een stad van extremen. Het is de duurste stad van de wereld. Niets voor niets is het een magneet voor de rest van Rusland. Een vriend uit Jaroslavl zit elke dag 5 uur in de trein voor zijn werk in Moskou. Het is een harde stad. Wie werk vindt, heeft het beter dan in de rest van Rusland. Maar wie geen werk vindt of niet van de drank af kan blijven, heeft helemaal niets. Я знаю, что вы очень заняты. Просто один вопрос. Почему вы решили здесь помочь Терпи? Ну, это было очень давно. Я не помню, почему я решил. Просто вот так вот сложился мой путь. Что я стал прихожанином этого храма и стал заниматься этой работой, этим служением. Сколько вам лет было? Нет. Ну, это было в 98-м году, значит, мне было... 28-й год у меня. А вы были самые первые, которые... Нет, вот да? Первый человек, вот. А, вот он. Вы все начали, да? Да, вот на что все начали. Я пришел, меня уже принимали. А вы помните этот момент, что вы... Этот, идея... Ну, идея-то это не моя, это идея настоятеля нашего храма, отца Александра Борисова. Он, в общем, как-то всегда думал и молился о том, чтобы помогать людям. Тем, кто на улице оказался, кормить их. И первое время, ну, в общем, дважды в год устраивали такое вот служение на Рождество и на Пасху. Ага. Ну, просто приглашали людей, сажали в храме со столами, ставили на стол угощение, какое могли приготовить. Вот. А потом получилось так, что у одного прихожанина нашего храма было такое дело свое, они готовили салатики. Отваривали куры, готовили салат. Ну и вот он пришел и сказал, что батюшка,
я выливаю бульон большими количествами в то время, когда люди голодают. Вот если бы вы могли организовать раздачу, я мог бы варить супы. Вот он начал приварить супы. В 90-х годах гораздо больше было стариков. Ага. То есть людей просто обманывали, выкидывали из квартир. Да. А сейчас их просто не осталось, тех наивных советских людей. Помоложе. Гораздо моложе, да. Вы сейчас, как вы смотрите, в основном люди молодого и среднего возраста. Они, в общем, прилично одеты, они не производят впечатления бездомных. Да, это уже заметили. Да. Но тем не менее, они в таком тяжелом положении находятся. Zou je denken dat de burgemeester het ontzettend goed initiatief vindt dat de kerk eten uitdeelt aan daklozen. Maar dat is helemaal niet het geval. Hoe komt dat? De burgemeester woont, of hij werkt, in dit huis. En hij kijkt elke ochtend uit op de rij met daklozen. Dat is vlak voor zijn neus. En de kerk is al 12 jaar in een strijd verwikkeld met de burgemeester om eten te blijven uitdelen aan daklozen. Want daar is hij tegen. Dat is wel weer voor mij een voorbeeld van hoe absurd Rusland kan zijn. Het heeft me nooit verbaasd dat in het hart van Moskou een standbeeld staat voor Majakovski, de grootste absurdistische dichter van Rusland. En dat Bulgakov er om de hoek woonde. Hij schreef ooit het boek Master en Margarita. Ik ben er ooit aan begonnen, maar het verhaal is zo waanzinnig dat ik ermee gestopt ben. Het is het favoriete boek van veel Russen. Het verbaast me niks. Rusland is het land van de absurde situaties. Zonder die situaties had ik het er geen week uitgehouden. Er is een leger van dit soort mannetjes dag en nacht bezig om de daken sneeuwvrij te houden, wat natuurlijk heel goed is. Maar het is ook ontzettend gevaarlijk, want die sneeuw die flikkert gewoon naar beneden en niemand staat er om het aan te kondigen. Dat is nogal gevaarlijk. Het is sowieso een beetje gevaarlijk om langs de gevel in Moskou te lopen, omdat er ook voortdurend ijspegels naar beneden vallen. Gisterochtend liep ik naar buiten en ik denk 1 meter van mij vandaan viel een enorme ijspegel neer. Elk jaar gaat ongeveer in Moskou een dozijn mensen dood door vallende ijspegels alleen al. Een paar weken na ons bezoek aan de metro van Moskou bliezen 2 vrouwen zich op in een metrowagon. Minstens 40 mensen gingen dood. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurde. Tijdens mijn metroritjes lette ik altijd op verdachte mensen. Op een dag stapte een meisje binnen met een hoofddoekje en een grote rugzak. Er liep een draadje van haar rugzak naar haar hoofddoekje. Ik ben toen voor de zekerheid uitgestapt, samen met de rest van de passagiers. Alleen het meisje, een dronken man en een oude vrouw bleven over. Ik zal nooit haar blik vergeten toen de metro wegreed. Op metrostation Mendeleevskaya woonde ooit een hond die door de stalhoudsters Jochie werd genoemd. Op een dag besloot hij een poging te wagen met een knappe terrier. De wazin van de terrier was er niet van gediend en stak Jochie dood. Екатерина. Да. Здравствуйте. Ела. Очень приятно. Екатерина. Куда? Да. Значит, вы были как адвокат мальчика. Да. Я даже не адвокат мальчика была, а у собаки не может быть адвоката, да? Да. Потерпевшие
по этому делу было признано несколько человек, таких фактических владельцев, которые себя объявили владельцами. Это люди, которые работали в переходе станции метро Менделеевская. Это продавцы в палатках, это продавщица лотерейных билетов, которые продавала, которая, собственно, приютила эту собаку, воспитала, они ее кормили. Они ее обихаживали, они ее любили. И вот они выступили уже потом в уголовном деле как фактические хозяева этой собаки и были признаны потерпевшими. Поэтому я выступала от лица этих людей в защиту собаки-мальчика. И она его просто исполосовала. Было столько крови, что даже на следующий день на стенах была кровь. Не успели именно, даже отмыть. Именно это место, где сейчас... Это было памятник. Вот здесь, на выходе. Ага. Это было здесь, на выходе, где мы вот только что видели собаку. Она била мальчика, люди кричали, люди, так сказать, вообще выходили из себя, возмущались. И один продавец, здесь у нас палатки есть, продают воду, сигарету. Один продавец, такой коренастый парень, потом оказалось, он занимался дзюдо. Он у этой девушки пытался выхватить нож, он еще пытался спасти собаку, и она кинулась на него, пытаясь его еще ударить. Но счастье, что он занимался спортом, он просто ногой выбил у нее нож. Значит, эта история, которая писалась в прессе, были созданы несколько больших телепередач. Граждане обращались и в правоохранительные органы, и в печатные издания, и спрашивали, ну как, ну что, ну история. То есть народ был в курсе, вся страна была в курсе это того, что был произошло. Скандал, да? Это был страшный скандал, тем более, что, я еще раз говорю, освещалось это так потому, что эту девушку долго не могли привлечь к уголовной ответственности. И народ был возмущен. И после того, что все-таки удалось возбудить уголовное дело, и девушка не села на скамью подсудимых только потому, что она была признана невменяемой, она страдала шизофренией, это была действительно больной человек. А Екатерина, какие животные вы тоже защищали? Собак и кошек. Ну какие? Ко мне в основном, да, в основном, поскольку я член экологического комитета, кроме моей непосредственной специальности, что я адвокат, да, защищаю животных, но это мое хобби, скажем так, потому что это, в общем-то, бесплатная работа, я очень люблю животных, и к нам вот в Думу при экологическом комитете попадают такие громкие дела, которые попали на телевидение, которые попали в прессу, и в основном это, конечно, издевательство и убийство или ранение животных, собак и кошек. А какие кошки вы защищали, как самая известная кошка? Самая известная кошка, ее звали Мурка. Мурка? Мурка, да. Когда сосед, это была коммунальная квартира, это не была отдельная квартира, и сосед, желая свести счеты со своими жильцами, которые рядом, да, он просто эту кошку об стену ударил, вот так вот кинул, и эта кошка была вообще, да, мозги ее были размазаны, да. Вы очень любите животные? Очень. Но вы тоже любите меха. Да. Вы знаете, да. Ну, я люблю животных, да. И я вам даже больше скажу, что я люблю, наверное, это как не прискорбно заявлять, но животных я люблю больше, чем людей. Ага. Да, потому что у меня у самой три собаки, и, в общем, эти две из них подобранные собаки. И я считаю, что люди, которые вот, ну, не носят, наверное, это их личное дело. Которые не едят мясо, это личное дело их, да? Ну, потому что в Голландии это так бывает, что они против меха, но они не против вот этот... Ну, это глупо. Ну, да. Это глупо. Закроете? Да я сейчас просто закрыла, хотела отойти. А, понятно. Я слышу, что вы знали мальчика. Да, обязательно. Вы можете чуть-чуть рассказать, какой он был, собака? Мальчик какой у нас был. Его очень маленького подкинули к нам. Хозяин
положение, хозяин этого места. Он никому не разрешал безобразничать. То есть собаки приходят здесь, начинают тут, ну, животные есть животные. А он как-то очень вел себя разумно. Понимаете как? И как такое животное не любить? Я вообще животных люблю. Очень мне сложно сейчас рассказать. Я честно говорю, я сама животных очень люблю. И для нас это очень тяжело было. Извините. А есть сейчас новый мальчик, может быть? Вот такого, как мальчик, у нас нет. Не здесь будет, ходит, да? Вот лежит там вот эта вот собака. Да. Но вот как-то такого отношения такой, уже нету. Мальчик. И они себя ведут по-другому. Они ведут себя как уличные. Вот они пришли, временно пожили и ушли. Понимаете? А мальчик, он был хозяин этого заведения, перехода, помещения. Вот он так жил. Вот. И очень тяжело, конечно. Когда жизнь продолжает. Жизнь продолжается. У нас же новые собаки здесь, видите как. Мы их тоже любим. Мы как-то, конечно, стараемся их не обижать, но мальчика никто пока не заменил. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Mijn laatste huisbaas was Anna Efimovna. Als zij de maandelijkse huur kwam halen, bleef ze meestal wel een uur hangen. Ik besprak alles met haar, tot mijn liefdesperikelen aan toe. Ze had het voornamelijk over God, die tegelijkertijd haar vader, haar man en haar beste vriend was. Mijn huisbazin werkte in de kerk als schoonmaakster en was daar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik was altijd jaloers op haar onvoorwaardelijke geloof in God en de leven na de dood. Dat geloof was zo sterk dat het haar niet heel erg veel deed als haar naasten overleden. Ik zie ze zo weer daarboven, merkte ze dan op. Toen zij hoorde dat ik niet gelovig was, stond zij erop dat ik met haar naar de kerk zou gaan. Je moet echt nog met de priester kennis maken, was altijd de laatste zin als zij vertrok. Drie jaar heb ik het voor me uitgeschoven, maar ik zou het mezelf nooit vergeven als ik niet mee zou gaan met Anna Efimovna. Это ну, конечно, это я наш, очень рад вдвоем. Тебя видеть. Давайте. Очень рад тебя я видеть. Я тоже очень рад вас видеть. Соскучилась? Да. Вот. Наконец-то. Ну, наконец-то. Три года, да? Три года человека ждала, чтобы он пришел. Ну, да. Ну, вот очень жалко, что с батюшкой, конечно, нашим хотелось бы очень. Ничего страшного. Ну, я постоянно путешествовал, так что ну, да, я да, очень да. бы хотел, но... Да. А Анна Ефимовна, в Советском Союзе как вы, невозможно в храм ходить или ну, как? Ну, в Советском Союзе, когда я училась в школе, нас вылавливали. Когда была Пасха, ребята, ну, старшеклассники, уже старшие классы, бегали в незакрытые еще храмы, вот, а комсомольские активисты, они, значит, вылавливали. Вот. И составляли списки, что вот побывал в храме. Ага. Вот. Ну, конечно, было очень тяжело и как-то... Ну, в основном я-то росла, в общем, без веры, можно сказать. Хотя наш батюшка говорит, что душа христианка. Угу. И все равно человек в любом случае ищет веру. Угу. В любом. Без веры не может жить человек, да? Или в коммунизм, или еще там куда-нибудь после революции. Здесь, конечно, произошло что-то ужасное. То есть, конечно, все было сметено. Вот. И когда отдали этот храм, здесь был зонтичный завод.
Зонтики делали. Можете представить? Абсурд. Ну, вот, он весь закопченный внутри. Здесь прямо было. В храме, да, зонтики? Да, да, да. Ну, в общем, я тоже? Конечно. А что-то ты веришь. Ну, не может человек жить без веры, понимаешь? Ну, да. Все равно вера есть. Правда. Только во что? Во что? Вот. И я, конечно, очень благодарна Господу, в общем-то. Ну, теперь я это понимаю. Мы в 45 лет покрестились. Батюшка нас всех восьмерых запихивал в эту крестильню. А до этого вы не верили? Нет. Ну, конечно, не верила. Вот постепенно. Хотя, вот я говорю, мы ходили на крестный ход, на Пасху там. Ну, все это было, знаешь, вот так вот как-то. Поэтому вы думаете, я еще буду верить, да? Я думаю, да. Потому что для меня, в общем-то, нет. Ну, я же недаром подарила иконы. Ну, недаром мы с тобой встретились. В жизни ничего не бывает случайного. В жизни все промыслительно. Ничего не бывает случайного. Het duurde 3 maanden voor mijn huisbaas een nieuwe huurder vond. Door de crisis was het lastig om iemand te vinden. En dat terwijl toen ik erin trok, mensen vochten om het appartement. Rusland is een achtbaan met hele scherpe bochten. En je weet nooit wat er achter de horizon gaat gebeuren. Ik ga zo stellen wie het was. Красивый храм. Да. Я просто надеюсь, что мои иконы будут у тебя. Они стоят там? Стоят. Даже у меня сейчас в машине. Спасибо. Удачи. Ладно, да. Удачи. До свидания. До свидания. Ну, ты звонил. Звонил. Нормальный будешь. И чтобы люди увидели правду про Россию. И завтра дизель, да. Да. В России это самый актуальный точно. Thanks for watching the video. If you like this, don't forget to check out the other channels of VPRO. And of course, don't forget to subscribe.